лишь, в частности, поговорил с Сергеем Гусевым. Возможно, посчитали они, что было там нарушение правил со стороны Алексея Береглазова, и что арбитры вполне могли назначить буллит ворота Василия Кошкина. Но и вот все-таки накаляются у нас страсти под занавес основного времени. Сергей Мазякин получил травму, лежит на льду, не может подняться, и тут же вступили за него. Одноклубники начинают выяснять отношения. Очень неприятный, конечно же, эпизод. Да. Неужели потеряют магнитогорцы своего капитана? Вот так вот Мартин Шкарсум сыграл. Не был готов Сергей Мазякин к этому, и что из силы об борт ударился. И до сих пор не может подняться со льда. Очень неприятный эпизод, конечно же. Давайте пожелаем Сергею Мазякину здоровья. Ну а Мартин Шкарсус уже на скамейке штрафников. Карсумс и Терещенко получили по 2 минуты за то, что начали выяснять отношения. Сергей Мазякин покидает лед, уходит в раздевалку. Да. Сергею здоровья. Будем надеяться, что